Всем привет, уважаемые дамы и господа, это YouTube канал BotTurbine. Сегодня мы будем смотреть с вами снова Fortnite. Ребятки, кто бы мог подумать, снова Fortnite и снова топ-1. Как я к нему шел, я вам обязательно покажу. Но заранее хочу отметить, что сразу не хотел не делать, не хотел делать никаких нарезок. Хотел выложить все как есть, но посмотрел, что материал отснятый получился аж на целых 20 минут, несмотря на то, что я снимал с первого раза одним дублем, и уж точно я не думал, что займу топ-1 на комбинаторе, но все-таки мне удалось его занять. И давайте посмотрим, как это получилось. Начнем, как обычно, по привычке, с первого фрага. А первый фраг, ребятушки, наш первый с вами фраг случился очень и очень нескоро. Я бродил, бегал очень долго по локации, пытался найти какое-то более-менее достойное оружие и нашел какую-то херню, с которой раньше вообще ни разу не имел дела. И к тому моменту, как произошло первое столкновение, я даже не знал, как это оружие работает. Поэтому не мог из него полноценно стрелять. Вот я нажимаю на курок, но оружие не стреляет. Оказывается, что нажатие на курок только разогревает данное оружие, а когда вы этот самый курок отпускаете, оно выпускает во врага ряд боеприпасов и позволяет поразить мишень. Тогда я долго очень рассматривал, думал над этим заряженным пистолетом-пулеметом. Почему он называется заряженным, хер его знает. В общем, оружие очень странное и добавлено в игру, конечно же, для разнообразия, как и многое другое оружие, которое применяется от одного сезона к другому. И данная экзотическая функция была мне совершенно непонятна. Я не знал абсолютно, что с ней делать и как с помощью нее стрелять. Но, как вы видите, в правом нижнем углу других видов вооружения у моего персонажа просто не было. Поэтому приходилось довольствоваться тем, что есть. Второй фраг, так же как и первый, так же как и третий, случился совсем не скоро, уже под самый конец битвы. В правом верхнем углу вы можете видеть счетчик игроков. 4 человека осталось в живых, но тогда я об этом не думал. Я думал только о том, как выполнить ежедневные задания для того, чтобы заработать опыт, необходимый для прохождения боевого пропуска. Я, поверьте, друзья, близко даже не думал о том, сколько осталось игроков из 100 человек, высадившихся в одиночку на этот остров. Я думал только о том, как мне добыть опыт для прохождения боевого пропуска, для того, чтобы открыть новые скины для этого же самого комбинатора и новые скины, которые включают в себя скин Дарта Вейдера. А так как я являюсь поклонником Звездных Войн, скин Дарта Вейдера я очень хочу заработать. Но долбанный скин Дарта Вейдера находится аж на 100 уровне. А так как я играю в неделю один или два раза основательно в Fortnite по 15-40 минут, то заработать скин Дарта Вейдера очень и очень сложно. И тут, ребята, вот случается второй фраг. Чувак залез на какую-то вышку и даже думать не думал о том, что я подкрался сзади для того, чтобы его забрать. Но я перехитрил его, скажем так, нехотя. Я не хотел никого тут заставать на этой вышке. Просто так получилось. Уходил от обстрела данного игрока и залез на единственную расположенную в данной локации возвышенность, чем оказалась вышка, и таким образом забрал игрока. Потом я хотел, как вы видите, выстрелить из сигнального пистолета в оконный проем, но из-за того, что текстуры лагают и руки, выставленные вперед, они не попадали в оконный проем, хотя прицел прекрасно попадал в оконный проем. В общем, получилось так, что мой персонаж самовоспламенился. И поэтому потратил наш комбинатор ряд жизненной силы для того, чтобы просто-напросто уйти от самоподжога. Но это нас не огорчило. И мы смотрим, что на счетчике уже осталось 3 игрока из 100 высадившихся на остров. И
Благо, что эти самые три игрока, которые были здесь, включая меня, они не встретили друг друга. Потому что если бы тот игрок, которого вы видели буквально пару секунд назад в кадре, проскакал мимо меня, если бы он меня увидел, то неизвестно, чем бы закончилась эта схватка. Но игроки, встретившие друг друга, затеяли горячую перестрелку, в которой один из них остался в живых, а другой пал. Но пал не просто так, а пал уже израненный от моих рук, но это будет чуть парами секундами позже. И благодаря тому, что игрок, оставшийся со мной один на один, меня не видел, мне удалось его забрать и, отхерачивший его, уже выиграть данную королевскую битву. В общем, самая сумбурная, самая непонятная, самая неожидаемая королевская битва, сыгранная мной в Fortnite, была только что на ваших экранах. Надеюсь, уважаемые леди и джентльмены, она вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был YouTube канал Боттербин. Всем пока!